Отлично. Чачи ворвался, ну и врываемся в игру, надеюсь, без подобных перезаходов. Так, ну что, поехали. Ждем мы уже все, пока приготовится команда эмбарго. Ребята перезаходили, чтобы видео быстренько скинуть себе на комп. Чтобы в случае протеста там быстренько его залить, соответственно. Поэтому такая небольшая заминочка у нас произошла. Но мы, Максим, готовы. Вот как ты думаешь вообще, какой счет будет примерно? Ну, 10-7, 10-8 в этом районе. На 5 старов? Эмбарго. А как же 1-1? Мне кажется, парни додают своего соперника. А, вот так вот ты от своих слов отрекаешь. Сначала говорит 1-1, потом... Нет, я мог бы сейчас, конечно, слепо так утверждать и упираться просто рогами. Нет, здесь будет 1-1 и так далее. Нет, ну а что, ты до начала матча не знал, что так все жестко будет? Ну, в принципе, предполагать, ну и что, то, что это эмбарго, файвстары тоже неплохие, да, они сейчас проводят пока что последний матч с заменой, да, они потеряли ударную силу, это Линк, но тем не менее... А как я узнал, кстати, это уже не замена, это замена полноценная, то есть это уже основа, да? Да. Но, тем не менее, то есть парни проводили последний матч, да, пускай и не самым лучшим ключе, но тем не менее они старались бороться и проводили матчи против команды Вейвиктес тоже неплохо и с Ошками периодически встречались, так что я думал то, что парни дадут здесь отпор хоть какой-то, но такая крушительная была игра на первой половине, на первой карте, вот эти 44 фрага, если честно, немного вывели меня самого из колеи, ну и в соответствии здесь эмбарго опять же просто взвинчивает темп. Джо находит минус, падает у нас Стефана, Мираж также закрывает Чачу, ситуация 3 в 5, ну и теперь будет прием Бэплейнта вдвоем от 340-го и Лаки, посмотрим, на что способны эти парни. Так, ну а здесь уже Мираж прошел под бетон, а вот и 340-й приходит. Здорово, здорово, минус 3 от него уже моментально. Ситуация 2 в 2 из 5 в 2 превращается. Ну как-то прям... Файвстары потеряли все свое преимущество, которое заработали кровью и потом. Но я даже не знаю, надо как-то повнимательнее ребятам играть. Один игрок абсолютно всю атаку сейчас обезвредил. Да, остались Джо и Коби. Остались как раз-таки две УАшки команды Файвстар. Но Коби очень битый, вот это, конечно, минус. Бомба была установлена. Бомба установлена. Ремикс будет играть с семерки, 340-й под короб, либо через банан. Да, все-таки скоро будет играть вдвоем с пятерки. Ну, Коби в упоре будет принимать, ну и вместе с Джо как раз-таки. Да, ну, позиционка хорошая у файвстаров, но совладают ли со стрельбой, что самое главное. Но там открывается опять же Джо, а Коби неплохой выпад и закрывает здесь также ремикса. Даблкил оформляет Коби, неплохая игра, но здесь, в принципе, если бы до последнего сидели файвстары на перекрестный огонь, мне кажется, там эмбарго, ну, попытались бы, по крайней мере, скрушить своего соперника, и 340-й, скорее всего, с прифайром бы заходил за дверь, так что были бы проблемы, и так сделали все правильно. Лаки 340-й на аркаде БК падает, здесь Коби, есть неплохой минус, коллапс и мираж вдвоем против двоих игроков эмбарго. Лаки уже поймал по себе дэмэдж, но, тем не менее, пока что минимальный, вполне играбельно, продолжает перестрелку против Джо 340-й. Находит еще один минус, каешка на дальнюю, но, тем не менее, это КАЕ не уносит с собой 340-го. Да, там сейчас погибнет и Куза, и Мираж. Ну, Мираж еще пока что живет, но это ситуация 1 в 4. 340-й просто садится, играет в упор позиции, и еще одна голова. Ну, продолжаем. 8 фрагов на двоих уже за 3. Миссия за 2 раунда. Успешно. И это 1-1. Ну, что такое? Просто звено 340-го и Лаки просто выносит вперед ногами команды файвстар. Ну, посмотрим, получится у них это сделать в этом раунде или нет. Опять же, аркада на БК. Опять же, здесь Коби попытается остановить 340-го. Полетели хаешки, пока раскидывал эти гранаты. Коби моментально ликвидирует своего энеми. Ну и выход на лонг. Тлак
Баки будет закрывать с третьей линии. Неплохой минус по Миражу. Если сейчас Коби также с БТР открывается, мне кажется, и он рискует поймать пачку. А Джо, неплохой минус. Лаки разменивается. Опять же, выход под Стефана будет на парыч. Неплохой дроп от Джо. Есть еще одна пачка. Ремикс перетягивается на сейф Б-сайта. Хороший хедшот по Коби. Но Джо направляется сейчас охотиться на Лаки. У Лаки пока что нету информации. Выходит дальше на чек и получает пулю в лоб. Да, но сейчас должен быстрый ремикс как-то Джо забрать и бежать уже выбивать коллапс. Но коллапс поставил бомбу, а ремикс просто и выйдет своего оппонента. И Джо уже понимает, что в принципе дроп будет под короб. Полетел хаешка с короба, и Джо уже готов принимать. Но Джо надо играть на такой кратковременный пик. И все, пошел в спину ему нашивать. И ремикс. Ремикс. Выпрыгивает обратно на пятерку, забирает оппонента. 21 секунда до детонации фугас. Ну. Коллапс заберет ли рант, или все-таки ремикс здесь просто промутит какую-то невероятную фишку и поставит еще один хедшот. Ай-яй-яй, коллапс отходит, но все, здесь времени уже просто не хватает. Даже если сейчас перестрелял бы коллапса, то добежать бы не успел. 2-1 на табло, один раунд преимущества за атакой на данный момент загорается. Но мне кажется, сейчас эмбарго должны отвечать и сравнивать счет. Давайте посмотрим сверху, куда направляются у нас 5-стары. Выход на инсайд троих игроков 5-стар, также под коробку, где уже принимает Стефана. Будет ли это первый минус? Да, только от Кузы. И далее у ремикса огромные проблемы. На пятерке под аплейт нужен укреп. От ремикса все-таки есть минус Миража. Перед ширму, да, влепил? Да, просто прифайером через ширму. И пока что все непонятно, что по атаке. Коби здесь с 30-40 в теории могут встретиться. Две УАшки. Ну и тут чисто на скиллуху кто кого. Ну и тут уже не до скиллухи, на самом деле. Потому что Коби не пошел на БК. В спину может выйти 30-40 и поразить своего соперника прямо в спину. Но... там два игрока в Атласу, это ремикс и Лаки. И эти парни на самом деле могут неплохо здесь показать уровень стрельбы. Но вот коллапс пока что тоже довольно статично сидит. Будет принимать ремикс и Кланту. А вот 340 выходит в спину. И это 4 в 3. И там два игрока у 5-стар крайне сильно биты. Ну, выход под аплейн здесь явно уже откладывается. У команды 5-стар на окне еще пытается работать как-то коллапс. Но если будет сюда префайр, то его, по сути, сразу же закроют. Да и он уже сам спалил свою позицию. Коллапс идет дальше играть на выбивание. От ремикса хороший хэдшот. Ой-ой-ой-ой-ой, Лаки забирает здесь еще и Куза. Коби 1 в 4. Ну и здесь ему уже ничего не остается, как идти атаковать. Неплохой заход под аплейн. Коби даблкил оформляет. И здесь 340-й вместе с Чачей вдвоем против одного своего соперника. Ну, посмотрим, как они будут его закрывать. Если Коби сделает еще подобный выпад и устроит здесь еще даблкил, то будет просто героем этого раунда. И, мне кажется, довольно неплохо бустанет по морали и уверенности свою команду. Выход опять же под аплейн. Смаки полетели на окна. Но и 340-й хотел уйти в дом, но возвращается на газировку. Да, ему будет проще, на самом деле, контролить сейчас Коби, если тот все-таки поменяет позицию. Бомба была установлена, и есть информация, что вроде как Коби не уходил, но и 340-й, понятное дело, по этой инфе уже ждал своего оппонента. 2-2. Хороший ответный раунд от команды Эмбарго. В спокойных тонах все прошло, там подапок не получился все-таки заход. Бомба ребята из 5-стар, но я думаю, тем не менее, они не крайне расстроены, поэтому миссия должны продолжать борьбу. Атаку, по идее, они должны забрать. То есть, если не надломятся, да, в морали, то если все будут четко и грамотно делать, главное здесь еще против Эмбарго проверять, да, вот каждый раз какую-то позицию со спины. Очень любит Эмбарго не по таймингам для команды 5-стар выходить на эти аркады и погибать. Но там уже атака под аплейн, где Стефана играет на сейве, падает у нас ремикс. Ой-ой-ой-ой-ой, Стефана, остановись! Квадро! Квадро! Здорово, пацаны! Ну что, вы там раунды брали, да? Не-не-не, все, я проснулся, я включаюсь, я иду убивать. Ну и остался один коллапс. Коллапс, конечно, может сейчас выдать здесь какой-то нереальный трипл-килл, но, тем не менее... если сейчас наткнется на УА 340-го или встретится на дальней дистанции с Лаки, с его АЛУГом, то, мне кажется, у коллапса здесь шансов на выживание просто по минимуму. Да и там парни, в принципе, все довольно кучно так стоят. Каждый каверит каждого, так что здесь... проблемы у коллапса большие. Он слышит, как топает 340-й и прекрасно понимает то, что парни закрылись на Б-плейнту, а там уже и Лаки настреливает в короб. Видел он коллапса, видел ноги, ну и здесь коллапс, в принципе, должен был обречен быть, но пока что его простили. Ну, три игрока, на самом деле, это еще не такая большая помеха в ситуации на установленной бомбе. То есть, если есть граната у коллапса, то в теории он может и сыграть на...
стрит. То есть, да, поставить бомбу, убежать на улицу и с улицы сыграть. Ну, бомба стоит в закрытую, понятное дело. Значит, все-таки будем принимать непосредственно с планта своих оппонентов. И коллапсу убегать уже на стрит нет смысла. А вот сейчас можно. А вот сейчас... Ой, какую же хаешку Стефана. Это все-таки эйс от Стефана. После смерти сделать эйс, это, конечно, круто. Молодцом, молодцом Стефана. Ну что ж, 3-2 сыграется счет на табло. Пока что здесь все равно тяжело идут раунды для команды Эмбарго. Качели своеобразные мы с вами наблюдаем на нашем счету. Ну и теперь давайте посмотрим, чем же будут отвечать файвстары. Опять же, выход под БК, Мираж и Коби. И здесь коллапс вместе с Джо, скорее всего, попытается отыграть центральное кафе. Лаки будет играть здесь на сейф, от Коби опенфраг падает 340-й, ну и далее будет выход на лонг, где Чача будет закрывать эту позицию. Степана перетягивается на хелпу своим тиммейтом, Лаки здесь следовало бы играть более аккуратно, если он падает, ситуация уже будет 3-5, ну и тогда его команде вытащить этот раунд будет крайне тяжело. Поджо, хаешка была неплохая, но, увы, это были только смоки, и теперь Зигу абсолютно никто не контрил, и Джо спокойно ликвидирует Лаки. А там уже и Стефана находился под парочем, и Чачи готов встречать. Но длина так и никуда и не вышла. То есть и Аплент вроде заходит, и длина не выходит. Но вот Ремик дал информацию по Апленту, еще и дал голову по Кузе. И ситуация 3 в 3 у нас. Ну посмотрим. Длина пока что так и никуда и не вышла. Вот на коллапс здесь забайтили. Коллапс уже проходит, а Чача из-под третьих вещей будет. Не знает, пока будет стрелять по первому. Вроде одного надамажил, второго надамажил, но фрагов для него нету. Это третий раунд также для российского коллектива Five Star. И смотрим далее. Неплохо, неплохо проводит все-таки первую половину. Five Star сейчас дает довольно серьезный отпор своему сопернику. Ну и Эмбарго, вырвутся ли вперед на пару раундов, или же здесь все-таки Five Star продолжат эту серию качелей и будет раунд из раунда кочевать по копилкам команд. От Стефана опенфраг по коллапсу, правда, Куза моментально разменялся. Здесь же Сергей Московский ставит пачку по Чачи. Перетяжка от Ремикса и 340-го на сейв Бэплейта, но не чекал Зигу. Да ладно, Джо просил еще 340-го. Но вот сам погибает. Теперь ситуация 3 в 3. Стефана закрывает аплейн, а именно сюда и направляется Five Star. Так, Мираж там до последнего, на самом деле, байтит Ремикса, чтобы тот не успел сместиться под аплейн. И Стефана здесь развлекается пока что с Коби. Ну, Коби, вот не так много хп, чтобы вот так безостановочно стреляться. И приходит 340-й, Коби здесь умрет. Коби здесь умрет, и Куза тоже умрет, и остается Мираж, который в теории должен был выбегать в спину. Нет, ну это заготовка, когда Мираж выходит в спину, я не знаю, там уже, по-моему, даже команды из элитки это знают. Несмотря, наверное, даже эти стримы. То есть... Пора что-то менять в таких вот тактических планах. Постоянно одно и то же играют Five Star с этим выходом Миража в спину. Надо что-то думать. Надо что-то думать. Пока что 4-3 проигрывают ребята из Five Star и очень близки к тому, чтобы проиграть первую половину. Ну посмотрим, будет ли это так. Мне кажется, все-таки парни могут отвоевать еще два раунда у своего соперника. Но если следовать нашей хронологии событий, то 4-4, а далее 5-4 для команды Эмбарго должно будет засветиться, но посмотрим. Джо тем временем играет на четверке, центральное кафе не торопится занимать, и прекрасно здесь уже научены Five Star, то что на аркаде периодически любят поиграть Эмбарго. Чача очень много открывается вместе с Ремиксом с Парыча, и здесь парни рискуют своим хелсбаром, но вот 340-й добывает опенфраг для своей команды, и сейчас... Надо сыграть аккуратней, чтобы все его старания были не напрасны, а просто принимать своего соперника в закрытую позицию. Стефану вообще легко расправляется с коллапсом здесь за счет парных УА, и это у нас довольно шаткая ситуация для Five Star в этом раунде. 4 в 3, битый Коби, битый Мираж, и Стефану через ширму уже забирает своего оппонента. Мираж не выйдет ни в коем случае на размен, потому что очень битый. Ну, от Куза, по сути, здесь большинство ключевых моментов зависит, если он все-таки выйдет под эту длину. Ну, если это план, чтобы Мираж вышел, поставил бомбу, а Куза пойдет просто в спину, но этот раунд обречен на провал, я вам скажу. Согласен с тобой, но там опять же пока что позиции ланга вообще никак не контрятся команда Эмбарго, и Ремикс закрывает Миража. Ну вот, пожалуйста, Куза остался один, выходит за спину, перестреливает Ремикса. Но только теперь по тебе вся информация есть, дружище. Далеко ты отсюда явно не уйдешь. Чача на Зиге, Стефана с ним же. 340-й будет закрывать выход на лонг. Куза пытается еще стреляться с третьей линии, но там 340-й должен открываться и ставить ему хедшот. Но Куза пока что находит даблкил для себя и своей команды. Ну и теперь...
могут доиграться здесь эмбарго на этой агрессии. Надо ждать, пока сам Куза пойдет уже под позиции бомбсайта. Его время все равно немного подгоняет, но здесь 340-й ждать не собирается. Дожимает Кузу. Миссия 5-3. Успешно. Ну что ж, последний раунд первой половины. Будет ли повторить это эмбарго 6-3, как и на убежище, пока непонятно. Ну что, 340-й уже, опять же, тренажку наколотил, все нормально. Коби выходит на длину, и Лаки здесь должен погибать по-хорошему. Ну, должен, не обязан, как говорится. Вот только сейчас Мираж находит размен по Чачи. Лаки еще один хедшот, Лаки третий килл в этом раунде. Ну, кстати, сейчас будет повторение. 22 фрага, 22 фрага на двоих. 340-й. По 11. Да, по 11 на каждого, ну, в среднем. Ну да, это если это так такой, считать, такой а так же 14-8. Ну там выход опять же от коллапса 23. На 340-го, и это еще один минус. 6-3 заканчивается первая половина, оборона здесь была действительно довольно жесткой, но опять же дали немного поиграться своему сопернику эмбарго, дали почувствовать то, что вроде как они могут и будут убивать, и будут дальше доминировать, но потом просто из-под носа вырывают. Три раунда и доминация, причем довольно сильная. Это для обороны, это очень много сейчас. И парни переходят в атаку, ну и по сути сейчас просто должны взвинтить нереально темп и идти вперед и сносить своего соперника с лица этой карты. Но готовы ли будут к этому файвстары, пока что неизвестно, но если попытаются сыграть на контрагрессии, может быть еще что-то из этого и выйдет. Но если будут пятиться назад, эмбарго просто раздавит. Ну сейчас Мираж купит сишечки, активирует их, и все будет нормально. Ну, я не знаю, иначе зачем там Мираж катался в инвентарь. Ну, возможно, сишки, кстати, от файвстаров увидим. Будет закрыто, возможно, в обороне сейчас. Ну, играть в закрыто против файвстаров. Не знаю. Ой, против файвстаров, против эмбарго. Такая себе, честно говоря, сомнительная авантюра. Все-таки эта команда любит сама вас очень быстро пропушить, да, и это далеко не аплэ постоянно, то есть они под Б тоже очень часто ходят, то есть здесь надо быть во все оружие абсолютно под любой позицией, и сейчас это врыв в аплэн, судя по всему, а кто его обороняет, обороняет его Куза. Вот у Куза сишки есть, понятненько, неплохо. Ну и Куза. Но там Стефана за спиной уже. Там все, уже, здесь, да. Здесь его С5 под аплинтом явно уже были ни к чему, соответственно, они пропадают. Коби также пошел на перетяжку, вовремя прочекал коробку, все-таки находит минус по Стефана. Воу, вот это хороший размен, вот это хорошо, с хаешечек раскидали здесь парни. Коллапс также на пятерке играет, но там Чача за спиной, Чача не простил, и Мираж 1 в 2. Мираж побежит под аплэнд, и вроде как Чача может поставить Б, но если ремикс поставит а Мираж его убьет, это ой-ой-ой, какой же провал будет. Но ремикс не торопится ставить бомбу, понимаешь, что информации вообще никакой нет по Миражу. И Чача тоже уже в пленту готов, уже готов поставить бомбу. Мираж здесь на самом деле вот такой вот последний рубеж кустовки бомбы, и он ставит хедшот по ремиксу, и установка будет под Зигу. Ага, он стоит открыт, значит под Зигу сейчас побежит Чача. Да, именно туда он и направляется на данный момент. Нет, он на упор садится. Вот это очень коварная точка. Ее вообще практически никогда не чекают. Мираж будет уверен, то, что соперник играет где-то в яме, скорее всего, если тиммейты сейчас не зачекают, а от третьего лица-то нельзя чекать. Да ладно, слей еще, конечно. Я думал, сейчас Серега на развороте поставит ему пачку, но нет. Нет, и еще раз нет. Семерка на табло загорается для эмбарго, и они еще ближе к победе. 2000 IQ Gaming от Чачи. Ну, нет, ну он классно, на самом деле, все сделал. Да, правда, сам Мираж не понимает, как стояла бомба, но мы со стороны это все видели. Ну, и заготовка была, конечно, понятна, но немножко нелогичная. В том плане, что он не ушел под Зигу, да, а бомба стояла в открытую. Ну, посмотрим. Ладно, есть энтрифраг от Five Star'ов, минус по Стефана. Вынуждены играть теперь без своего бомбардира команда эмбарго. Куза обороняет аплэнд с аугом. И здесь сишечки опять же у него стоят. Но вот так вот в открытую ему стреляться на самом деле нет смысла. Если он поставил сишки на заход, то зачем тебе стреляться в открытую? Ты должен стоять и просто ждать на заход. Иначе сишки бесполезны здесь. Но там 340-й опять же довольно агрессивно играет с коробкой. 54% здоровья. И вообще это очень опасно. Его закидают сейчас гранатами, кто-нибудь пойдет пушить и все. ГГББ 340-й. Хаешки неплохие, а Чачи забирает одна из этих хаешек с собой Джом. Ну и теперь будет ли выход у нас все-таки под аплейнт, или же все-таки здесь файвстары перевернут исход этого раунда? А почему 340-й не встречал коллапса?
А 340-й очень поздно принял информацию, что Калас пришел с центрального кафе и просто-напросто не успел как-то среагировать. Отлаги, хороший шот по планту, минус Куза. Еще троих игроков надо ликвидировать, чтобы забирать этот раунд, но там уже и Мираж пошел, опять же, пушить в сторону Теспа. А, нет, это в сторону центрального кафе, прошу прощения. На радаре увидел немножко иную позицию. И да, Мираж закрывает у нас четверку. То есть, если пойдет в ЦК у нас Лаки, то он здесь тоже обречен. Коллапс чек. Ну, так вот коллапс чекать не надо. Он сейчас получит по голове просто от Лаки. Если Лаки выйдет, прочекать его. Лаки может так голову поставить. О, вот она, пожалуйста. Вот она, эта пачка. Ну и далее против Коби повоевать попытался. Но здесь Андрей не оставил вообще никаких шансов своему сопернику. И пока что оставляет свою команду в этом противостоянии. Не позволяет взять восьмерку на табло для эмбарго. И пытается еще бороться. Файвстары, но надолго ли их хватит? Вот в чем вопрос. Ремикс направляется на инсайд. Тем временем 340-й вместе с Лаки. Центральное кафе Лаки пока что останавливается у БК. Там Мираж играет по дальней. Лаки выйдет чекать своего соперника. Скорее всего, у Миража есть информация, но навряд ли он будет сейчас в открытую стреляться без какого-либо саппорта и возвращается сюда вместе с Коби. Так, ну и что? Давайте посмотрим дальше. Пока, пока без минусов. Да, есть дэмэдж немножко по ремиксу, по Кузину. Это вообще несущественные детали этого раунда. У Джо здесь под кормом весело довольно. На четверг там Стефана и 340-й. И Чачи вообще еще попадает как-то с четырех через ширму по голове в короб. И команда Five Star вынуждена теперь менять игроков на своих позициях, потому что короб пустой, и вот Коби стягивается уже непосредственно под пятерку, а 340-й компании готовы сплитовать лонг, и Мираж был к этому сплиту готов как никогда. Хорошо, ну, 4 в 4. Опять же, Куза здесь не должен принимать оппонента по дальней дистанции, он должен чекать именно на заход, если сишки стоят. А сишки вроде как стоят. Нет, не стоят, ну да ладно. Стефан забирает у нас Миража, Чачи погибает на шарте от Коби, и это стяжка под аплен, да, будут там все-таки делать игроки команды в эмбарго. Ну и сейчас, по сути, у Коби должны быть огромные проблемы, но у него в роли саппорта находится коллапс. С дома будет играть через окно. 340-й опять же играет через коробку, ну и далее выход на кассу уже имеется. Куза пытается воевать, у него это получается. Есть первый минус, есть второй. 340-й разменивается, но этого недостаточно. Коби опять же его закрывает. Еще один раунд для файвстаров. Ну что ж, 7-5 загорается счет на табло, и парни все ближе и ближе к тому, чтобы вывести счет на равных. Ну, посмотрим, позволит ли такое команда эмбарго. 340-й опять центральное кафе. Полетели прокиды на четверку. И Джо здесь может оступиться на этой аркаде. Но пока что жив-здоров. Его закидали хаешками. Может отойти. Не надо так принимать. Все-таки соперник более чем грозный. И здесь, если ты падаешь, может это стоить целого раунда. Да, в предыдущем раунде точно так же. Через ширму Чачи его прострелил. И должен быть готов уже Джо к такой позиционке. 340-й чекает поджим центрального кафе у нас здесь, но никого нет. От ремикса есть фраг по Кузе с прокида, и теперь будет ослабевать у нас аплен. Там и 340-й забрал Джо в коробе, и второго забирает также. Но это, конечно, беда-бедовая. Но там у коллапса также были проблемы, правда, ему оставляют еще 22% здоровья. Мираж попытался сыграть с окна, но по нему есть информация, и там еще за спиной будет Чачи действовать. До последнего здесь парни воюют на пятерке. Мираж также понимает то, что, скорее всего, соперник где-то будет за спиной. Часто оборачиваются парни. Чачи играет тем временем с дома, но, тем не менее, забрать своего соперника не удается. Степана у него стилит фраг, есть неплохой минус еще от коллапса. Коллапс живет в этой коробке, но, тем не менее, на простреле Стефана находит своего энеми и загорается 8 раундов для эмбарго. Так, ну что же, поехали дальше. Два раунда все же до победы остается, до победы остается команде. Эмбарго Стефана на четверке погибает. А Джо хороший трифраг. Размен от эмбарго 340-го есть. Так, полетел дальше. Живет, живет, живет. Ну там коллапс убегает, понятное дело. А там Лаки погиб уже от Коби. Хотя, казалось бы, Коби должен был здесь умирать. У Лаки была хорошая позиционка. И все-таки нет. Кстати, 30 фрагов уже у ребят. 30 фрагов на двоих 340-й Лаки на этой карте. И это значит, что 74 за две карты. Пока что.
Отлично. Поздравляем ребят с их личным рекордом, но 340-й засветился уже на Зиге, где коллапс явно его здесь просто так не отпустит. Если попытается вылететь как-то префайром, то, возможно, да, тогда сможет ликвидировать своего соперника. Ну, а так от Кузы еще один минус, падает ремикс, Чача разменивается, и Чача продолжит, я так понимаю, атаку именно по даплейн. Хаешка неплохая, но отсюда уходит Коби, и он попытается закрыть выход на короб вместе с коллапсом, но там Мираж идет искать 340-го, ай-яй-яй, не угадали. 340-й развел их разбитием этого окна, но Коби разворачивается под альфу, минус Чача, и 340-й, очередная попытка, клатч раунда, но там Коби его засветил, 6 хп, и на перестрелку не идет. Так, ну что, поехали, коллапс слышит своего оппонента, и это раунд, отлично, 8-6, 5 стар пока что остаются в этой игре, не дают своим соперникам прямо уже до конца закончить, не позволяет сделать фаталити, возможно, даже, опять же, как говорил в начале карты, можем увидеть допы, если эмбарго здесь конкретно прямо не соберется на оставшиеся раунды. А, действительно, Файвстары чувствуют, что они могут закомбэчить и будут, я думаю, до конца здесь бороться, конечно же, иначе зачем играть тогда. Хорошая хаешка под Стефана упала перед ЦК, и Стефана уже очень битый, с 18 хп остается, но по-прежнему он боеспособен, что самое важное. Лаки продолжает вести перестрелку со второй линии. Полетели прокиды, я так понимаю, все-таки удар будет именно под позиции Б-плейнта. От Кузы опять же хорошая хаешка. Вообще парень разошелся под позициями А-плейнта. Не на шутку, выдает сейв за сейвом. И далее выход на лонг все-таки должен быть, но парни почему-то пятятся назад, и Мираж спокойно уже отстреливает здесь Лаки. Ну и Коби идет дальше на уверенности пушить своего соперника. 340-му не надо сейчас пикать, надо дождаться своих тиммейтов и далее вместе уже как-то действовать. Но Коби дал информацию, то что соперник полностью ушел с БК, естественно, то что возвращается сам на сейв Зиги. И неужели сейчас втроем попытаются ударить именно шорт и далее выход на Б-плейнт, или же пытаются ретироваться под альфу. Полетела хаешка под шорт, никого она пока что не взрывает, но и не отходит отсюда, на самом деле, 340-й пытается еще кого-то отстрелить и надеяться на аркаду от команды Файвстар, но Файвстар крайне чутко эту ситуацию отыгрывает. Ой, а Джо здесь как же хорошо сидит на стрите, а там еще и Коби пошел в спину, а Джо все это прекрасно слышит и дает информацию своей команде о том, что пора смещаться. Есть минус по Чаче, и там уже Мираж идет закрывать короб, там и Коби со спины идет, да, 340-й остается один, и по нему сейчас будет уже инфа, и фраг, в принципе, есть. 8-7, Файвстар, молодцы, держатся пока. Миссия провалена. Пауза от команды Эмбарго. 75 фрагов пока что у нас статистика, держу в курсе. Ты все считаешь? Да. Но это цифра дня, в любом случае, на двоих-то неплохо, 75 фрагов за две карты. Ну да, согласен. Ну что ж, Эмбарго, найдут ли ошибку свою? В чем же они сейчас проседают? Ну, надо хотя бы еще один раунд взять, тогда уже будет такая, как я уже люблю говорить, страховка для наших ребят из команды Эмбарго. И тогда парни, может быть, смогут немного подуспокоиться. Но пока что действительно уже на пятки наступают Файвстар, и довольно сложно здесь чем-то отвечать будет. Но, мне кажется, они найдут эту тропинку, это слабое место, на которое надо давить. Вообще не знаю, почему они сейчас так сбавили темп. Вроде как получалось у них как раз-таки на агрессии проходить, раскидывать гранатами и просто на уверенности дальше пушить своего соперника, но сейчас постоянно пятятся, пытаются начинать раунды с опенфрага, но, как показывает практика, это не всегда удается. И Файвстары в индивидуальном плане иногда выходят сильнее. И в соответствии эмбарго приходится отыгрывать в меньшинстве, а вот когда меньшинство, они начинают как раз-таки впадать в ступор какой-то, стоять под точками и периодически пытаться выйти на чек, но все попытки тщетны. Ждем 340-го и сразу же продолжаем смотреть за этим матчем. Эмбарго Файвстар. Пока что эмбарго действительно вроде провели неплохую первую половину, 6-3, да, и на смене только два раунда забрали. Хотя, казалось бы, да, атака, вот, пожалуйста, бегите, мужики, играйте. Вот вам мячик, вот вам бутсы, пинайте.
Но в обороне как-то поколоритнее смотрелись команда Эмбарго, если честно. А вот Five Star, наоборот, как-то вот нашли в себе силы начать камбэчить своего соперника на довольно непростой карте, на самом деле. Ну что же, 8-7, пока впереди у нас команда Эмбарго, и смогут ли они сейчас заработать себе матч-поинты, либо же Five Star продолжит полноценный камбэк. Но пока что Эмбарго не меняют свою страту, точнее не меняют темп своей игры, они играют довольно аккуратно и вообще остаются впятером под Т-спауном. Интересно, что же здесь задумали Эмбарго и вообще до какого тайминга они собираются так отсиживаться. Но мне кажется, после этого сразу же будет удар под Б-плейнт, и там парни действительно очень сильно взвинтят темп. И удержать будет их довольно сложно. Но вот уже просидели на респе 40 секунд. И только сейчас направляется под БК, полетели прокиды. Но Файстар хорошо владеют сейчас информацией, и сразу же идет перетяжка от Джо. И там Коби, смотри, уже просто пошел в наглую аркаду. И здесь находит одного, находит второго, третьего. Коби вот это дал по головам. Вот это чпокин-чмокин. Да. Ремикс и Стефан остаются вдвоем, но они по-прежнему хилятся, живут. Коби здесь так вот садится, такой типа его не заметил. Опа, на, по голове. Ну, 2 в 3 ситуация. Уже 1 в 3, ладно. А здесь уже и Джо ждет. Ну, его, естественно, не чекает Стефана, и это все-таки 8-й раунд для команды Five Star. Ну что ж, молодцы парни. Очень хорошо отыгрывают сейчас оборону. Просто поднимаются из раунда в раунд вперед. Ну и будет ли это девяточка сейчас для них? На кураже будут забирать и побеждать. Или же все-таки Эмбарго пойдут в ответку. От Лаки имеется open фраг. Падает у нас Мираж. Ну и куда же в этот раз направится вектор атаки? 340-й играет центральное кафе. Полетели туда с Макин. Вот сейчас бы ударить на Б-плейн. В то время, когда Зига контрится одним игроком. Это коллапс. И он периодически обращает свое внимание на лонг, и плюсом Коби на парыче. Могли бы сейчас пройти именно под эту точку, но Эмбарго вновь растягивается. От Чачи и Ремикса с инсайда будет выход на стрит. И там 340-й, скорее всего, будет дропаться в короб и атаковать пятерку. Но атаковать пятерку он в соло точно не будет, в зависимости от того, когда аплайн будет готов выходить. Там Лаки вроде в роли запирающего, а Стефана полетела хаешка на 5. Как раз таки под Джо, и Джо от этой хаешки не получает урона, потому что вовремя успел убежать. Вторая хаешечка Джо за спину, и тоже она не застает своего оппонента, эта флешка была. А вот Чача находит минус под Джо, и Куза теперь один под аплантом. 340-й, если короб законтролит, то будет прям вообще хороший контроль на карте. Но хаешка хорошая, ой, хорошая гранатка, но все-таки не упала так куда надо. Ну, у Коби здесь очень мало процентов здоровья, его добивает 340-й, ой-ой-ой, выходит на перестрелку вместе с коллапсом, есть минус, ну и Чача закрывает Кузу. Все-таки 9-й раунд добывают для себя игроки команды Эмбарго. Ну что ж, будет ли это десяточка в их исполнении, или же все-таки Five Star смогут довести до допов. Лаки играет тем временем на центральное кафе в надежде поймать здесь кого-то на аркаде, но этой аркады просто нет. Эмбарго также смещается на четверку, ну и неужели будет такой толпой выход на Зигу, или же все-таки сейчас как-то вновь растянутся по карте? Так, ну что, 78 фрагов у звена Эмбарго. Дойдут ли вы до 80? Ну, как я и говорил, что можем и допы увидеть, но я не знаю, Five Star, конечно, должны очень стараться сейчас, чтобы забрать этот раунд, и посмотрим, смогут ли они это сделать. Пока что медленно, медленно и очень аккуратно играет этот раунд. Команда Эмбарго, в принципе, по подобию предыдущего. А там Лаки, а Лаки куда? Лаки вообще бесстрашный. Смотри, что делает. Ну, его заметил Мираж, и... Да ладно, и Мираж его не закрывает, и в ответ полетел шквал пуль от Лаки, но все-таки Лаки умер. А, и вот теперь атака немножко растерянно выглядит, и непонятно, что они хотят сделать. Мне кажется, все-таки будет выход под аплейнт, где Джо вместе с Коби играют на сейве, Куза в роли саппорта, Мираж еще может подойти на парапет. Хаешка неплохая, а это смоки, ладно, под короб, закрывает здесь обзор полностью своему сопернику, ну и, если честно, пока что не совсем непонятен рисунок атаки и вообще, что они будут делать. Хаешка от Кузы опять же неплохая, как ремикс ее не заевейдил, непонятно, но 3 в 5, ну и по ходу дела допы все-таки будут. Как я и говорил. Здесь без допов никуды. Поэтому допы будем смотреть, с вами, дорогие друзья. Не смогли, пока что не смогли выявить сильнейшего на этой карте, ребята. А здесь Чача погибнет, по идее. Джо должен здесь закрывать.
Чаще. Ну вот Копи на подстраховке, хорошо. А здесь выход на Зигу. Коллапс должен держаться. Коллапсу погибать здесь вообще нельзя. Отличный хедшот по своему оппоненту. 340-й, есть минус. Ну, 1 в 2. Время еще есть, но 22 хп. И вряд ли, я думаю, Мираж там с Коби как-то позволит вообще этот раунд разобрать. Вдвоем будут играть. Один с дома, другой уже Зиги полетел. И Мираж выводит свою команду на дополнительные раунды. И это 9-9. Да, это 9-9. Бомба, ну что ж, есть еще шанс у команды Five Star на допах побороться со своими соперником. Ну и в соответствии сейчас команде Embargo стоит ответить. Я не понимаю, команда. Вот почему они убирают свой темп игры? Почему они начинают так пятиться? Почему они пытаются затягивать раунды? Их преимущество в том, что они отличные стрелки, и они давят именно командой. Когда они погружают своего соперника в этот хаос, когда куча гранат и идет стрельба со всех направлений, соперник просто теряется, и здесь как раз-таки решает уже стрельба, превосходная стрельба команды Embargo. Когда они стоят просто на своих позициях, когда они пытаются где-то работать по одному и очень аккуратно, затягивать раунды, там посидеть где-то 40 секунд на респе и после этого только пойти в атаку, они никак не дезориентируют команду Five Star. Те, как сидели у себя на респе, так и сидят. И как только начинаются какие-то перестрелки там на позициях длины или же Зиги, сразу же падает информация, и Five Star перетягивают сюда своих тиммейтов. И парни дальше командой просто принимают этот выход, который и так особо агрессивным назвать нельзя. Парни опять же просто стреляются по дальним, находят минус, передвигаются немного вперед. Ну а в основном пятятся. Не знаю, чем руководствуется Embargo на данный момент, но, я так понимаю, будет выход под аплейн, где Лаки уже нашел опенфраг, и сейвить эту точку вообще некому. Ну, здесь, опять же, да, вот вариативность команды Five Star, она чем хороша была вот до конца первой половины, тем, что они, ну, неожиданно для Embargo пытались, да, постоянно их поджидать на самых неожиданных позициях. И сейчас ушли там четвером на Б, оставили одного Кузу, и, соответственно, там Кузу ничего просто-напросто не смог сделать. И вот этот вот такой плавающий стиль обороны, как по мне, но все-таки он крайне нестабилен. Да, хорошо, что они дотянули до допов, но на долгой дистанции такие раунды, ну, как бы не особо канают. И сейчас довольно быстрым и уверенным раундом Embargo берут десятку. Команде Five Star нужно отвечать. Ну что ж, два раунда подряд, если берут сейчас еще Embargo, будет для них замечательно. И на смене сторон, думаю, дожмут уже своего соперника. Но хотя здесь, в этом матче, на этой карте, если честно, уже ни в чем не уверен. Просто смотрим за красивой игрой от этих команд. Выход, опять же, центрального кафе. И, я так понимаю, попытаются навести шороху на Б-плейнту, чтобы стянуть сюда своего соперника. И будет ротация. Но, судя по всему, раз ремикс уходит вообще из инсайда, полностью перетягивается к своим тиммейтам, возможно, все-таки вектор атаки направлен на бету. Но гадать давайте не будем. Сейчас просто посмотрим за дальнейшим выходом на лонг от Лаки и 340-го. Но там Джо вместе с коллапсом принимают. Ну там и Чачи с ремиксом сместились уже под позицию инсайда. И 340-й здесь пока что, наверное, с Лаки останутся вдвоем. Да, уходит Стефан на квадрате. Зачем чекать четверку? Ну, судя по всему, да. Куза один под аплантом, опять же Коби, вот этот странник, который постоянно сбегает с пятерки на длину, с длины на пятерку. Но вот аркаду эту ждет уже, 340-й уже ее ждет, и Коби здесь накажут, обязательно накажут. Это уже прям, ну, настолько серьезно примитивно было вот так вот идти и типа удивлять. Эти раунды уже как избитые знают команда Embargo. И просто выходит на своего оппонента, Чача погибает, но размен от ремикса есть, это свободный аплант. Хотя Джо не дал пробежать ремиксу, 2 в 2 ситуация. Но там 340-й в коробе, а у него за спиной коллапс. Если он дальше пойдет, мне кажется, он найдет своего соперника. От Стефана неплохой минус по Джо, и в соответствии коллапс остался один. Установка плейнта под аплейнтом сейчас от Стефана. Ну и коллапс вынужден играть на выбивании, но... Нет, все понимает то, что это не Б-плейнт явно. Остается центральное кафе, надеется здесь поймать 340-го. Он слышал эту перетяжку, ну и в соответствии понимает то, что пора бы ему атаковать. Будет выход на пятерку. Но там на пирамиде находится Стефана, так что со своими дуалами, мне кажется, он должен здесь закрывать коллапсу. Ну или 340-й, без разницы. Здесь у них, у двоих были уашки в руках, так что 11-й раунд загорается на табло для Embargo, ну и последний раунд первой половины. Так, ну что же.
Поехали дальше. Поехали дальше. Коллапс Джо Мираж. Опять же, барона Б планта. Но вот все-таки Коби надо прекращать брать вот эту инициативу перетяжки. Да, понятное дело, что он, во-первых, связующее звено на данной карте. Ну, по позиционке так получается. Зачастую он просто оставляет короб. Пытается угадать, зачастую оставляет Б. Пытается там, да, где-то вот. Ну, нету стабильного какого-то оборонительного плана у команды Five Star. И вот сейчас это вот как раз-таки приводит к тому, что не может команда собраться и показать достойный уровень обороны. Надо все-таки здесь как-то вот постабильнее играть. Коби все-таки занимает оплот вместе с Кузой. И здесь пока что один Чача. Атака в целом под Зигу очень устремлена. И судя по всему, судя опять же, да, вот пока что по нынешней заготовке, по нынешнему рисунку атаки, можно смело предположить, что сделают фраг на Зиге и сместятся потом через короб, через банан под аплент, где Чача просто пока что добывает информацию. Ну что ж, выход на Зигу у нас продолжается от команды Эмбарго. Лаки со Стефана пошел уже атаковать здесь коллапса. Неплохие префайры полетели сразу же с третьей линии. И здесь парапета. Джо закидал гранатами своего соперника. Были вынуждены отойти Эмбарго сейчас назад. Пытается ответить тем же своему сопернику. Прокиды на первые ищи. Но, тем не менее, эти хаешки с собой никого не уносят. Опять же, выход на короб от 340-го. Здесь же ремикс и Стефана. И, скорее всего, далее будет выход именно под аплейн. Чачи неплохо выходит на перестрелку против Кузы. И он понимает то, что пятерку явно просто так не отпускают. А Стефана еще один минус. Ой-ой-ой, Коби-то как стоит. Железные нервы у этого парня. Есть минус все-таки от ремикса. Ну и выход под аплейнт. И по ходу дела это 12-й раунд для команды Эмбарго. Да, и тогда будет прям совсем все плохо. Лаки там в спину выходит уже своему оппоненту. Но Лаки погибает. Джо его все-таки засейвил там. Но 2 в 4. Не знаю, тяжело, конечно же, будет. Хотя бы вот сейчас быстренько найти где-то фраг. И там уже бежать на дефьюз бомба. А там 340-й еще просто под коробом. Ну да. Не успевает здесь уже вроде как Five Star сделать этот раунд. И да, это 12-9. И 3 матчпоинта у команды Эмбарго. Где была эта игра до этих допов? Я просто не понимаю сейчас, ребят. Ну и теперь должны отвечать уже 13-м раундом для себя. Но опять же, как вот оно у нас бывает, часто задаемся вопросом, где была эта игра до допов. Вот ребята сначала доведут себя до самого крита, вот чтобы прям вообще все было плохо, что соперник уже прям доминирует. И только после этого начинают очухиваться. Так, все, пацаны, пошлите в разнос, сейчас будем убивать. Крашу команда Five Star, ждем их. И после этого мы с вами продолжим. Ну, возможно, смотреть последний раунд, либо последние там несколько раундов. Все зависит, опять же, от эмбарго, как они будут обороняться. Полуудачный дефенс у них будет или не очень. Так, ну а тем временем 87 фрагов. Я все знаю. Я все отписываю себе, все слежу, все подсчитано. Все нормально, за всем все следится. Какой счет был на ДЦ? Атрибутс против X-Fresh. ДЦ выиграли со счетом 10-4. Выиграли X-Fresh. Общий счет по картам 2-0 за X-Fresh. Парни сделали небольшую сенсацию сегодня. Так, ну что, пятеро игроков в сборе, дожидаемся готовности от коллапса, ну и сразу же в бой. Как думаешь, последний раунд? Вот я не люблю твои вот эти вопросы, как думаешь, последний раунд, это как вот, знаешь, это как в детстве, я вот у брата, интересно, когда вообще мелким был совсем, типа, Илюш, ну у меня брат Илья зовут, Илюш. А вот ты как думаешь, а что было бы, если бы вот так, вот так, вот так? А кто сильнее, Арнольд Шварценеггер или Сильвестр Сталлоне? Ты чё, слушай, Джеки Чан, ну алё. Ну, типа, да.
не люблю отвечать. Не задавай мне таких вопросов больше. Окей, ну что ж, выход у нас имеется на Зигу от Коби и Джо. Тем временем коллапс играет закрывающего на четверке. Мираж, ой, на четверке, на квадрате. Мираж остается также на Т-спавне. Ну и Коби уходит на инсайд. Растянулись здесь немного игроки команды Five Star. Имеется выход у нас на Зигу. Нет, пятятся. Пятятся до последнего. Не уверены в себе игроки команды Five Star. Ну и теперь полетели прокиды. Ой, хороший префайрвал под Чачу, но Чачу простили. Он смог уйти. Да, под Зигу очень много игроков команды Five Star сейчас. И там уже урон пошел как и по Кобе, так и по Джо. И две УАшки пока что реально сильно пострадали. А Стефана как сидел по длиной, так и сидит. И атака, судя по всему, будет терпеть изменения. Отдают полностью апленд команды Эмбарго своему сопернику. Сишки установлены или нет, пока непонятно. Но я в пленту пока что не вижу. Пленту не вижу, внутрь тоже не вижу. Ну, наверное, просто на выбивание гранатами хотят сыграть. Ну, не знаю насчет выбивания гранат. Это будет довольно сложно сделать. Но вот это вот опрометчивый выход с коробки был под лаки, конечно, от Джо. Ни к чему. Надо было здесь Джо сидеть до последнего в коробе. И когда будет уже атака через пятерку под аплейнт, вышел бы в спину. Ну, по крайней мере, попытался бы там расстрелять своего соперника. Ну, а так слился, можно сказать, даром. Ну что ж, от ремикса хаешка неплохая по миражу. Опять же, дефолтная позиция внутрь. Туда всегда залетают гранаты. Кузати временем заказ и живет до последнего. 2 КП было, но тем не менее перестрелял Стефана. Правда, Стефана наказывает своего обидчика. Коби и коллапс 2 в 3. От коллапса есть еще один минус, но там уже надо было уходить на дефьюз. Да, в принципе, так и происходит. И Лаки закрывает еще и Коби. 13-й раунд загорается на табло для Эмбарго. Ну и в соответствии это победа 2-0 по картам за ними. И 89 фрагов на двоих у 340-го и Лаки. Браво. Нормально, по 45 на карту. Это сколько у нас получается? По 22,5 на карту для каждого, то бишь по 11,5 фрагов на каждую сторону. Нормально. Неплохо. Неплохо сыграно.